Привет, с вами Умка, и сегодня мы играем за курсы ТСО. Решила я поиграть за анкилозавра немножко, потому что у меня по заданию за него надо вырасти 30 минут, но так как я уже выращивалась, поживала, мне осталось еще там минут 5-6, а может быть 10 вырасти. Заспавнились мы на месте, где раньше были гнезда травоядных. И чтобы перейти на общую карту, мне надо пройти место, где собираются все. О, вот сразу пахи и... Не помню, как его зовут. Два гарика. Дальше. С ними бегать я не буду. Не хочу. Жевать буду одна. Может, экшен найдем, а может и нет. Саркозух. Вот, вспомнила. Стоит этот саркозух 650 кристаллов. Мне на него корпить, как на Боинг. Очень долго. Ну, когда-нибудь накоплю. Может быть, в этом видео поймаем момент дождя. Или какой-нибудь другой погодной стихии. Ну, пока ничего. Так, чат выключим, он мне не нужен. Пошли дальше. Странно. В прошлом видео я делала попытку снять за анкилозавра, у него были белые глаза, а сейчас они у него какие-то то ли желтые, то ли оранжевые, какие-то непонятные. Ну ладно. В принципе, все равно. Побежим, наверное, куда-нибудь. Играю я на сервере первом, потому что на сервере нулевом, на главном сервере 33 человека. Выживать будет сложнее. Но вы не подумайте, я не прячусь. И там поиграем тоже, но чуть попозже. Сейчас снимаю такие спокойные видео. Без боев, без нервов и без сливания динозавров. Пока так. Ну, если кому захочется, чтобы я зашла на сервер общий, на главный сервер, то дайте мне знать, я зайду, сниму видео. Поумираю пару сотен раз. Посливаю всех динозавров. Ну, зато, наверное, это будет интереснее, чем просто так вот бегать на тихом сервере и даже никакого экшена нету. Хотя могу и сейчас зайти. Да, могу сейчас зайти, если кому надо. Только дай бог, чтоб я не заспавнилась где-нибудь за озерами или не на людном месте, чтоб меня сразу не убили. А вот и дождь. А вот и дождь. Поймала таки дождь. О, и гроза. О,
какая-то задержка произошла, и пошел дождь. О, ну сейчас дождик тут пройдет, и мы пойдем, наверное, на главный сервер умирать. Красиво. Хотя, наверное, если кому звуки слышны, то есть тут и звуки. Я, например, звуков не слышу. Но я знаю то, что дождь имеет звук. Капли дождя есть. Молнии, по-моему, нету, но я не знаю. Если честно, я когда делала картинку для превью, которую так и не поставила, я пыталась поймать этот гром, этот дождь, но я просидела, наверное, ночи три игровые, но так ничего и не нашла. Вот так и ничего и не появилось. И все? А, нет, ничего. Нет. Какой-то как-то дождь то был, то нету. По-моему, мой динозавр намок. Или мне так кажется. Или не кажется. Ну, по-моему, он намок. Да, запись идет. Но почему-то наушники у меня. Почему? Сейчас утро. Молния. Вообще для травоядных я тут недавно нашла такой прикол. Ну, травоядным же много не надо для выживания. Водичка и травка. Так что если вам скучно выживать за травоядного без экшена, то вот смотрите, что я нашла. Можно вот так вот прыгать по воде, бегать. На трицератопсе это еще более смешнее выглядит, более прикольнее. Ну, я на анкиле побывала. И вот так вот бегаешь, скользишь. Ну, а это так, развлечение на время, пока выполняешь задание или... Ну, когда тебе совсем не сделать ничего. Вот. Самое главное — найти место, где хищников не будет, а то нехорошо получится. Ты бегаешь там по воде, ты поднимаешься, а хищник пришел и тебя съел. Да, не очень хорошо. Никогда я еще пока не снимала видео, наверное, за полное выращивание. Нет, я снимала видео за дилку и за галика, но они были без голоса, а с голосом пока еще такого видео не снимала. Но я обязательно сниму, наверное, по стирака, но это будет чуть попозже. Не сегодня, не завтра, но сниму. Обязательно сниму. Да, дождь идет, но походу, когда я разгоняюсь, я, наверное, из-за скорости не вижу этих каплей дождей, ну, и как бы мне кажется, что он прекращается, а когда встаю, он опять капает. Ну, то есть, с физикой игра будет, да. Ну, классный дождик. Честно, не знаю, слышно вам или нет, потому что, ну, мне вообще ничего не слышно с моими-то наушниками. Надеюсь, звуки тут не испортят видео.
А то нехорошо будет, ни меня не слышно, ни то, что я говорю, тоже не будет слышно. Надеюсь, ничего не испортит. А то придется переснимать. О. Ну, молния уже. А, нет, идет. Просто из-за того, что утро, как бы день, из-за этого не видно молнию за облаками, но она есть. Так, лежать нельзя. Блин, сейчас. Что-то мне не нравится то, что я ни звуков, ничего не слышу. Во, теперь звуки слышу. Еще я знаю то, что разработчики добавили перелом костей через падение, но я не знаю. Если я сейчас попробую упасть с этой высоты, я, интересно, не умру с разбега? Надеюсь, нет. Даже если не умру и перелом костей я не получу, то попробуем еще раз. Да, вот. С первого раза получилось. И я медленно иду. Ну что характерно, я могу еще и бегать, только медленно, и он походу хромает, да. Но хп отнимается колоссальное количество. Ну то есть лезть в драку с таким маленьким хп вообще не стоит, и сразу же почти я сама отхилилась, он сам хилится, и даже мне лежать нигде не надо, но полежать придется, потому что у меня мало хп. Тут какие-то новые люди еще пришли. А, нет, все это травоядное. Да. А я с ними не гуляю, я одна. Сейчас в чате что творится, тоже не знаю. Но обычно на этом сервере в чате тихо, потому что людей немного. А вот где главный сервер, там, конечно, полный трэш происходит. Там ругаются, там выясняют, кто кого убил, зачем кто кого убил. Да, там не очень хорошо. Там злые люди. Так, ну, наверное, давайте сходим все-таки на этот злой сервер, на злых людей посмотрим. Сейчас воды попьем. Тут где-то вода была. А, вот она. Так, ну и пойдем на этот злобный сервер. 37 игроков, елки-палки, где я? А, я на центре. Стерокозавр. Тут сразу хитрите. Травоядные. Ты кто? Просим. Ну ладно, я с ними все равно сидеть не буду. Побегу дальше. Но. Thank you.
слышу кого-то, но не вижу. Кстати, своего собственного собрата слышу, но не вижу. Так, что-то я замолчала. Нельзя молчать. Убил. Это нехороший какой. Ну зачем? Ну нельзя же убивать. Ну это же сразу бан. Ну зачем ты это сделал? Вот дурачок. Маленьких убивать же нельзя. Глупый. А я еще и видео снимаю. Как назло тебе. О, вот и Анкила. Моя Анкила. Но она поменьше. Я побольше. Ох, какой маленький. Еще и бодается. Идё на маковка. Какой ты маленький. Давай я на тебя упаду. Ну, куда ты убегаешь? Ну и зачем они туда убегают? Там же хищники в основном. Вот глупые. Какой ты маленький. Вы видите, какой маленький? Какой миленький. Кстати, между прочим, эти динозаврики маленькие, они очень даже мобильные, между прочим. Я играла за такого, и мне безумно он понравился. Очень быстрый, очень такой... в меру сильный. Ну, конечно, Рекса завалить он не сможет. И, наверное, Раптора тоже. А нет, Раптора, по-моему, он моего слил такой. Но они безумно такие классные. И у них мало заканчивается медленно еда, вода и энергия. Сервера нельзя убивать динозавров маленьких. Да и вообще просто так динозавров нельзя. И на спаме тоже нельзя убивать. Для кого разработчики писали этот правило? Для себя, что ли? Не, ну он сам виноват, он меня укусил. Он меня укусил. Я не собиралась его бить. Ну, конечно, была готова его шандарахнуть, но он сам виноват. Блин, у меня полный сервер друзей. Кто же это? Это друзья. Кто-то у меня в друзьях. Вот этот человек. Васим в друзьях. Альбидо в друзьях. И Палка в друзьях. Всем привет. Ну, чат у меня выключен, слава тебе, господи. Все прячутся за меня. Все боятся. Все боятся. И все хотят, чтобы я их защитила. Да простят меня хищники. Но я, честно сказать вам, на хищника просто так и на травоядного никогда не буду нападать. Никогда. Только если он будет нападать на меня. Где-то Рекс. С Рексом я не справлюсь. Так и вот, никогда я не буду нападать просто так на...
динозавра. Ни на какого. А, вон он ты. Это маленький. Динозавр. Маленький тоже. Может, друг друга знаем? Да, меня в друзья добавляют, чтобы я не убила. Он мне, блин, повесил. А ты что? Ну куда вы? Четыре блида. Ах ты ж. Да простят меня разработчики. Ой-ой-ой, что ж ты творишь? Простите, ради бога. Простите, ради бога. Не, ну что ты слезешь, куда тебе не надо? А, дурдом. Вот я говорила то, что тут нервно играть. Вот я чуть мать не сказала. Очень тяжело на таком сервере с большим количеством людей. В итоге все равно сольешь себе динозавра. Кстати, думаю, уже можно закругляться. Да, сейчас я найду себе место, где можно спокойно уйти. Вот тут. Ну что ж, друзья. Буду я уже закругляться. Задание я уже выполнила, я так думаю. Подписывайтесь на канал. Да, самое главное, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и все в таком духе. А с вами была Умка, Анкилозавр. И всем до скорой встречи.